Блин. В общем, у нас проблема. Не все умеют пользоваться лассо. Объясните, пожалуйста. И ты попробуй сказать, что он криворукий. Да, точно. Он такой, я тебя за это всеку. Да ты на его взгляд посмотри, если связать, я не хочу. Я не могу, это жесть. Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушаю, с вами Юлия Мишка. Всем привет. Возвращаемся в ТАПС, и сегодня у нас секретки. Не будем тянуть, пошли искать. Общими усилиями разобрались, кто где находится. Да-да-да, и поехали. Три штуки всего находится, и первая секретка. Немного, но интересно, кто это. Так, куда, как сюда попасть? В общем, в тюрьме находится... Как это, гиря или что-то? Кандалы это, собственно. И у нас первый чувак, заключенный, можно сказать. Ладно, пойдем дальше, щупать будем чуть позже. Да, сначала мы откроем всех, а потом уже... В голове уже крутится просто, ребят, огромная тонна у нас всяких экспериментов. Нам дальше нужно найти лестницу, довольно захламленную. И одна из секреток очень даже интерактивная. Вот, здесь находится... рядом с церковью. Вот это пушение. Это следующая секретка. О, май гад, я уже прикидываю, что бых, это долго. Жесткий перс. Гатлинган. Это, я думаю, серьезный парень. Потестируем, пощупаем, конечно, пробафаем. Конечно. И дальше более интересно. Здесь уже потребуется помощь персонажей. По-моему, это самая интересная вообще секретка. Ну, интерактивная. Раньше такого раньше, не да, было. Вообще в общем, несколько способов вот у этого кривого кактуса. В общем, можно с он помощью... Такой, сам ты кривой. Нашей нелюбимой женщины ее защитили. Сказали, что против медленных она супер. Но на самом деле, по-моему, можно у пиратов еще взять с пушкой мужика. Ну так. И мы поставим, чтобы какие-то сражения происходили. Мы вот эту точку, чтобы карта красивая была. Ребята, 300 спартанцев это не про вас. Конечно. Занимайтесь чем хотите. Так, селяемся. Так, стоп. Возьмем пушку. Мужчину. Сейчас она разберется как раз. И шмаляем. Все, пробились. Пипец. И в принципе, ладно, давай разберусь. Вообще интересно искать здесь. А я не знаю. Нам сообщили, как дело работает. Мы выполняем. Жесть, так, отлично. Пока мужик пошел гулять, вот он сейф. На... Вот это звуки. Если вы слышите. Ну ладно. Жесть. Видать, так не получается. Это отсюда, что ли? Как будто кто-то сверлит. Так, вот сейф, реально. Собственно. Медвежатник. Угу. Ребята писали про это, что нужно перезапустить карту. То есть выйти в меню. Блин, надо было просто выбрать. Просто выбираем карту, эту же, чтобы она, так скажем, рестартнулась. И здесь все уже взломано. Ага. Все, ну наконец-то ура, мы можем щупать. Товарищи. Все, давай. Все, расчехлился. И отлично. Пипец. Чувствую, они воришки. Этим сейфом будут. Ну что, наконец-то, начнем. Кто первый у нас? Хотел в кандалах, сказать, мужик. Много уже вообще, на самом деле, за все это время секреток накопилось. Да персонаж вообще тона. Так, в общем, разглядим его сначала. Это такой клёво, большой... мне нравится, кстати. Камень. И с ним в придачу идет мужчина. Посмотрим. Неплохо. А я думала, он будет кидать. А я думала, типа сова. Как сказать, запускать таким ну, образом. Ну, слушай, подсечка неплохая. Теперь эквивалент на цене поставим. Это 350 вот ровно. Четко. То есть 5, да, 5 есть персонажей. Есть ли у него шансы? Ну, мы проверим. А сколько он крепкий? Слушай, хороший. Ну... Он наш прям как Кэп Америка, я бы сказал. Только вместо щита у него... Слушай, двоих он уже грохнул. Как бы да. На, нафиг. Есть вероятность, да что этот удар будет последним. Он всем сломал. А кто-то выжил? Кто-то, видать... Да, они мог... Вот это, ты вот это... Слушай, мне он нравится. Мне а он кто? Нравится. Вот этот бородатый чел? Нет, вот он. В общем, нас... Сейчас посмотрим. Просто атака вылетающая. Еще на пробел у него есть вот такая атака. Когда то есть он у него две атаки. Делает. Полностью просто изучаем, смотрим, что здесь есть. Ну, лично меня пока не сильно впечатлило. Мне интересно, как такой, он против... Такой, типа, прикольный, но ебал. Ну, ты, конечно, индейец даешь. Вот краснокожие разбесили. Так, я хочу просто в камень. Но как из Вентури влетели. Кстати. Выжил. Сейчас таким-то я... Таким-то копьем. Макс Пейн. Слушай, я реально могу быть Макс Пейном. Сколько погоди-ка. Сколько он? Два удара, по-моему, стой! Да, выдержал. Ну, достаточно, достаточно. Точнее, два выстрела. Я сейчас буду Макс Пейном. Если успею, конечно. Давайте, стреляйте. Не, Миш, блин, он только вблизи не... работает. Макс Пейн. Шансов ноль! Слушай, ну, погодите. Я тебе хочу... говорю, Миша, он не настолько крут, как он ты мне нравится, думаешь. Я его защищаю.
Блин, быстрее, Макс Пейн. Макс Труп. Короче. Макс Дед. Макс Дед. Ну ладно, Макс Пейн в средневековье, когда были лучники. Последний шанс. Сейчас. Ну, я хочу это сделать. Мне просто. Сейчас, все, все. Да ну тебя в жопу. Да, он фиговый. Короче, идем дальше. Надо же, а что я тебе говорю? Так, кто уж у нас еще тут есть? Вот банки. Это банки. А погоди, а до этого никто не попадал. Именно они, да? Да. А последний у нас вот Гатлинган. Ну, он явно, да, дорогой. Хорошо. Интересно, значит, что они будут делать? Скорее всего, один как лодка, сначала. Может быть, они будут типа скидывать, нет? Ой, зачем вселился-то? Бум! Точно. О, стой, чувака. Смотри, какой дерзкий. А, да, кстати, мы их не посмотрели. Он умер. От чего умер-то? От передоза денег, видимо. Еще раз, погодите. От передоза смотрим. Своей крутости. Смотрим. Огромный сейф. Все детально выглядит. Летит просто вот это замедленный. Секунда до смерти. И даже еще вот две это... секунды до смерти. Бум! А он почему-то умирает. А умирает. Может быть, хлопок довольно сильный. Давай попробуем поставить побольше народу. Надо шерифа поставить. 850. О, мамонта, он сможет, ну, его вальнуть. А, обязательно проверим. Сначала. Просто мамонта. Так, и забыл. Крупное животное. Что такое у меня происходит? Я, видать, тэшечку нажал начали. Бум! Слушай, хлопок, смотри, да, какой сильный. Так, стоп. Валит. Фига себе, мы можем здесь жить, наверное. Граф Дракула. Слушай, что у меня с управлением все происходит? Ну-ка еще раз. Что-то все. Я не жму паузу. Зачем что-то кнопку выдает? Понимаешь, они поработили твой комплюктер. Не, ну дальше им делать нечего. Давай мамонта. Мамонта, хорошо, мне давай. Просто одного. Интересно. Что будет? Какой-то он. Голова. Да ты! Он офигел. Кнопка! Смотри на эту рожу. Че я здесь забыл? Так, такой ладно. Да, слушай, я ничего. Он такой, ну, круто. У меня после зажатия кнопки почему-то пауза срабатывает. Но, как видишь, деп смертельный и все. Смертельный деп. Так, ладно. О, кстати, новый приемчик. Посмотрим еще последний персонаж. Уже схлестнем их между собой. Или еще 2000. Ничего себе. Но одного ставить, я думаю, вообще да, резонно. Да, бесполезно. Надо, мне кажется, даже не шфору им дать. Да погоди, 2000. Стой. Все, пауза перестала работать, отлично. Так, смотрим сначала на мужчину. Это такой так, усатый дядя. Батёк такой. Давай, поехал. Сейчас раскрутится, наверное. Фору, блин, слушай, мы их сейчас будем еще бафать. Ну, слушай, ты что-то там говорила про... Они просто слишком близко к нему были. Видишь, он не успел раскрутить. Знаешь, твоя отмаза, то есть когда я спасал... Конечно, ну, хорошо. Но он бесполезный. Не кидайте в меня помидоры. Или кидать кандалами. Ладно. Так, давай, чувак, хорошо, у тебя расстояние. Есть шанс. Вот если ты сейчас не справишься, у него руки сломались. Ну что это пошло? Слушай, он даже одного... Ну, Юль. Во, пошла жаренга, пошла, батя в здании. Да, такую штуку раскачай, попробуй. Такой, познакомьтесь с моей пушкой, я накормлю вас свинцом. Неплохо. Слушай, а попробуй... Чё там про бесполезность хорошо. Говорил? Ты поставь против него вот этих кандалашников и... Хорошо, а я сейчас поставлю. А я поставлю. Ну, погоди, для начала давай вот так. В очередь, ребята. Бесконечные, да? Да, практически тогда. Эй! Два... Так, это... Они чё здесь забыли? Горбатая гора какая-то. Ладно. Так. Ребята, разгоняйте его. Ух. Ну, не, Миш, по-моему... Тут шансов мало, да? Да, как бы, ты их, наверное, смерть вот это зомби-апокалипсис, серьезный. Просто чуваки, мясо, что? Мясо. Почему мы вынуждены это делать? Ну, мне кажется, здесь ясно, чем все закончится. Хана им. Конечно. Слушай, надо будет каких-то крупных. У него, ну, он кстати, вселюсь. У него не заканчиваются совершенно патроны. Я как в этом. Serious Sam, ребят, четвертый скоро да, выходит. Да. Неплохо, неплохо. Все. Так, раз уж Serious Sam. Так что начинаем немного по дичи. Надо. Не, Serious Sam должны быть вот эти обязательно реально. Горгули. Чувачки, вот жалко, у них нету. Точнее, так, у них есть ну... башка. Минотавры. Да это слушай, это же. Она его разнесут быстро. А слушай, а вот этот твой чувак похож на кричащего. Ребята который... написали, что у катапульта глаза появились. Ну. У кого? Глаз не наш... Вот это... Я даже... Это, ребят... Слушай, а может они... Погоди. Может они зашевелятся? Одну секунду. Да, стоп, они моргают. Где? Кто моргает? Миш,
походу у тебя глюка. Я как будто издалека так, раз так. Фига, смотри на тень, смотри на тень, смотри на тень. Что это? Где глаз? Где глаз? Он был, я реально, я как будто видел, он, знаешь, какой-то глюканный какой-то. Стой. Вон, видел глаз. Надо ее при... Что случилось? Стоп, погоди, может быть еще раз ее? Давайте еще раз перезапустим. Издалека вот было видно. Она редко моргает. Вон он. Как бы он... Да, он глаза есть. Ты в своего только не попади. Ладно, я хотел за того, на самом деле. И мне не хватает немножко... Валькирии. Слушай, ну все, давай. Прям. Серьезно? Заряжай, 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 заряжай быстрее. Давай, давай, ты же не крутишь, не крутишь. Ты че ты... Мадам... Тихая! Все, хана. Слушай, ну почему? Так и помер, Митрич. Я не понял прикола. Почему не получилось? Да не в нее, а в него давай. А ты попробуй, зажимай, дождаться, пока он сам. Слушай, начнет. Ну может надо жать. Съешь. Да, слушай, надо мышку нажимать, чтобы раскрутить. Быстрее. Хобот убирается. Мама! Валькири пошел. Все, это хода, Слушай, а мне понравилось, прикольно. Слушай, ну ты обязательно попробуешь. Мы еще хотели добавить, что здесь условия есть теперь победа. Да, кстати. И самое интересное, что можно какие-нибудь нам эксперименты устраивать. А, ну, как бы всех победить. И потом выжить, ага. А еще конкретно. То есть ты можешь, цель, например, как вот его уничтожаем, так добавить. Только нам надо было в эту сторону. Слушай, как вот прям... Как-то нас, да. Ладно. Мы провидцы оказались. Я хочу попробовать бафнуть. Я, конечно, не знаю, что это может дать. Прикинь, он против кучи рафтеров. Кто? Вот стреляющий чувак. Прям любовь. Да. Так, ладно, погоди. Звезды что сошлись, понимаешь, будет? Когда мы встретились взглядами. Блин, он слишком далеко. Может быть, он может раскрутиться или что с ним? Смотри, он. Да, блин. Раскрутиться. Я за него топлю все равно. Так, ребят, поближе давайте. Какая-то нездорова у тебя привязанность к этому чуваку. Ну я просто надеюсь, что из него что-то может. Он твой, как это сказать, злобный брат-близнец по линии бабушки-соседа или что? Я не знаю. Я просто пытаюсь увидеть нечто невероятное, но пока что я вижу, что вижу. Но он пытается, правда? Да, он молодец, конечно. Он встает на путь исправления. Все, умер. Ладно. Кстати, еще интересную вещь говорили ребятам. Сейчас проверю. Если Купидона поставить в них, начинается какая-то... Так, давай поменьше. Вот так. И где так у нас Купидон? Он секретный, да, если не ошибаюсь? Да. Какие-то радуги появляются. Ну, если бы они выжили, может быть, эта радуга была, ребят. И все. Ребят, что-то радуг не было. Вот, кстати, у тебя вот какой самый любимый секретный перс? Ну или там хотя бы не один, а два. Юль, ты меня спрашиваешь. Вообще или вот из нового? Ну да, вообще. Хороший вопрос. Вот я бы выбрала Купидона. Ну да, Купидон, конечно, перевернул мировоззрение к Тапсу. Кого еще? Ну, черлидерш, потому что они полезные. Так, сейчас посмотрим. Хотя, мне кажется, бред полный с этим. И все. Главное, один почему-то постоянно умирает. Ну, то есть, странно, конечно. К сожалению, особо бафы на новых персов не работают. Ну, если... Нет, работают на чувака с пушкой. И все. И, кстати, еще хорошая инфа. Это еще раз доказывает, что он круче. Берем лучников. Ну, не знаю. Так. Допустим, вот столько. И ставим последнего, по-моему, если я не ошибаюсь. Он должен уворачиваться. Вот. А, да, кстати... Это действительно факт. Такой ж бах-бах-бах, за это вы поплатитесь, псы. Пау-пау-пау. Ого, еще такой. Вот он, Макс Пейн, я его нашел, он здесь. Так, слушай, погоди. А что он друг против друга будет делать? Хороший вопрос, да? Бесконечно уворачивать. Пау-пау-пау. Фух, видала? Вот это дуэль. Видал, видал. Красиво было, да? Стой, вот так, надо в закат смотреть. И как это еще, кадр какой-нибудь такой. Фух. Второй выстрел, к сожалению, для обоих смертельный. Фига, но его, не менее эффектный. Хорошо, а если
такие мне пули нравится будут. Эта фракция. Да, кстати, прикольно. Да, и тут если ее пощупать, то можно. Тут еще кактус есть. Нет, вот сверху он не может уворачиваться. Кактус, кстати, очень крепкий, но мы его потом пощупаем. А против этой женщины он сможет вернуться? Думаю, сможет. Замедленно. Да. Увернулся. Ну все, Чипуля, у тебя появились проблемы. Да, шансов тебя мало, на самом деле. Опа. Видал? Это хлеще учителя. Он такой, ну что, поговори. А кто учитель уворачивался? Да, по-моему. По-моему, еще этот, художник. Два уворотливых пацана. Ну, учитель и художник, по-моему, да, они были. Так, погоди, это Ренессанс. Слушай, здесь в Тапсе можно 100 лет, на самом деле. 5 патрон, на самом деле. Ну... Опа. Не, вторая уже невозможно. То есть он один рывок делает, а дальше все. Понятно, почему они вот всегда, когда друг против друга ставили... А такие будут ворота? Как сказать... Нет, эти вот он вещи не замечает. Оо, 2 раза в одно место. Главное, маленькую пулечку он замечает, а огромное ядро нет. С этим ничего не может поделать. Ладно, тогда мини... Это, как знаете, это... как-то близорукость там. Да-да-да. Не, один... Миш. Что? Что ты сказала? И теперь шпум-шпум-шпум-шпум-шпум-шпум-шпум. Он справится с ними. А они-то что ждут? А у них долго перезарядка. Такой, ладно, я дал вам шанс. Слушай, просто по-поцки полегли. Все вместе. Рифнулись. Вообще. Ну что, небольшая еще дичь. Секретки против своих же обычных. Что у нас происходит. Ну что, проверим, кто на кого ставит. Ну, я ставлю на простых ребят. Ну, их больше, мне кажется, они числом возьмут. Но опа! Чел, если он разойдется... Бам! Уже двоих даже пукнуть не успели. Даже пукнуть. Этот, кстати, как радостный бежал чувак, который... Нет. Вот этот. Он из-за того, что еще первый стреляет, он смотри, как будто празднует. Я... Ну, он так и есть. Я просто заметил, как на... Вот это столкновение. Так, она по-своему, как будто... Да нет, тут ну, шансов вообще мало. Да конечно. В общем, вырос, мало повзрослел. Теперь ты меня не убьешь. Ну давай проверим. Стой, дай на него чекнуть еще раз. Не маленький, смотри. Просто. Большой. Бил и Джо. И дебил. Пошли, все. Ой, трясануло. Била, захватила. Пум. А куда он делся-то? Бил, все. Ну, в общем, что можно сказать? Все ясно, все прекрасно. У нас еще куча экспериментов. Посмотрим, какая самая сильная фракция. Еще, если пишите какие-то есть мысли по экспериментам. В общем, еще будет Тапс. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.